Ну, во-первых, я татарин, да? Я тебе все сказал. Ты являешься самым главным исламским троллем. Да, однозначно. Я как бы это мое амплуа, троллинг. То есть мне нравится это. А какую реальную пользу вы даете для общества? То, что вы там сидите в мечети, кучкуетесь, чай пьете, это польза для вас самих, не для нас. Он и так расстроен тем, что его надежды не оправдались. И еще какой-нибудь гнус рядом стоит и говорит: а я же говорил. Ты как лузер, ты просто неудачник, поэтому ты не смог из тебя получиться человек, ты стал блогер. По-татарски отвечает. Пять смыслов. Вы сейчас находитесь в роли шайтана. Почему? Потому что шайтан, его миссия, задача — внушить человеку пессимизм, внушить ему страх от того, чтобы он отказался от своей задачи. Вы все в заблуждении. Вот, вы все неправильно делаете, вы все бедачки. Ваши традиции, от них пользы никакого для людей нету. Вам ни к чему блага свободы, вас нужно резать. Но у него испорченное понимание, я считаю так. Да, я тоже так считаю. Поэтому должна быть мера, аккуратно, деликатно. Это тоже надо вот научиться этому, чувствовать это, когда ты уже перебарщиваешь. Как-то... Нет, просто я говорю то, что услышал, как бы, что купил, зато и продал. Это низкий поступок, такой... Гнилой, да, такой поступок? Ну, альхамдулля, таких людей немного. На него не обращай внимания, он разговаривает на татарском, просто он дагестанец. Татары на русском разговаривают. Татары на русском, дагестанец на татарском. Ну, вообще, мне кажется, что нам не хватает все-таки, и мне в первую очередь, я себе это говорю, не хватает образования.